Бассейн лежит у меня во всех семьях. Записывал каждый день с 12 сентября по 15 октября по сегодняшний, то есть за 33 дня. Обратите внимание, 23 и 26 сыпались, которые сильно от полыни, как я думаю, конечно, не знаю. Посмотрим еще, результат окончательный покажет нам, конечно, и поставит точку в эксперименте. Это обработка бипином. То есть за эти дни результат окончательный с 23 за месяц упало у нас 590 клещей. С 26 353. Продолжаю эксперимент. Работаю я три улика 28, 27 и 26 на стойкой полыни. 24, 23 и 22 на стойкой пижмы. Полынь настаивалась полтора года. Вот данная, уже процеженная. В том году я экспериментировал. На литр воды брал 20 литров миллилитра, 20 миллилитров настойки и поливал, говорю, как бипином. Клещ падал и падал хорошо. Так, перемешиваем. Запах не передается через камеру, но, знаете, довольно-таки приятный, хоть и полынь это наведенная, но приятный запах. Так, настойка полыни готовая у нас. Пижма. Пижму в этом году решил проэкспериментировать. Ни раз не экспериментировал, не знаю. Вот. Ну, тоже буду брать 20 мл на литр сиропа. Результат посмотрим. Может и пчелы посыпятся, конечно, вместе с пижмой. Наверное, я две семьи пижмой всего лишь обработаю. Тут я побаиваюсь. И цвет получается немножко позеленее, если на камеру видно. Цвет позеленее. На запах сейчас попробуем. На запах еще приятнее, как-то чуть лимончиком отдаю. Посмотрим, конечно, как у нас пчелы на этот лимончик поведут. Пчелы у нас уже собрались. Зимние клубы. Полынь, как я и сказал, я оставлю в зиму, я ее убирать не буду. И проливаем, как обыкновенным бипином. Прошло у нас 3 дня после пролива наших контрольных испытуемых семей пижмой настойкой и настойкой полыни. Сейчас посмотрим за 3 дня, что у нас упало. Или нет, клещ осыпался. И сегодня же сейчас я сделаю обработку бипином. И тогда мы уже точку в этом эксперименте окончательную поставим. Ну, в принципе, я большой здесь осыпи не вижу. 23-я семья у нас. 23-я семья у нас проливалась настойкой пижмы. 24-я семья. Всего лишь 4 клеща. Вот я думаю, мы по ней проконтролируем. После бипина будет у нас особь. Или все-таки полынь наша действует. 26. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 клещей. 26, 7 клещей. Данная семья уже обрабатывалась у нас. 27 также еще и 28. Обрабатывали мы, проливали настойкой полыни уже. Так, 28, который минимально сыпались у нас после положенной полыни. Также после проливки здесь я всего лишь наблюдаю один клещ. Два клеща наблюдаем здесь. Бипин, конечно, нам все поставит на свои места. Так, и проливаем бипином. Обрабатываю сегодня я всю пасеку. И как раз эти контрольные у нас семьи тоже сейчас попадают под обработку. И через день проверим мы действие нашей полыни. Особенно меня интересует 23 и 26, где в течение месяца, даже больше месяца, у нас клещ постоянно сыпался, сыпался и сыпался. Сейчас проверим особь после бипина, и уже окончательно буду я знать, как эффективно действует наша полынь и сколько клеща у нас осыпалось после бипина. Конечно,
Вчерашняя мне проверка часовая уже показала эффективность полыни. Ну, сейчас проверим еще несколько семей вместе с вами. Считать тут я его не знаю, бесполезно. Сейчас попробую посчитать один квадратик. Вот в одном вот этом квадратике около 80 клещей. То есть я как тут думаю, ну, с 1000, наверное, будет, может, около 1000. Сейчас я быстренько несколько семей пройду подряд. Вот 23-й, сейчас 24-й. Есть клещ тоже. Довольно-таки тоже его много, конечно. 25-й. Тоже насыпано, но не критично. 26-й. Ну, есть много. Семья под номером 27. Это та семья, которая очень мало сыпалась клеща, когда лежала полынь. Ну, в принципе, его и тут-то нету после бипина. Поэтому, когда полынь лежала, поэтому его там и мало и осыпалось. Клеща, конечно, очень много. Вот, я в шоке, не ожидал, что столько его будет. После всех экспериментов могу для себя сделать выводы по поводу полыни. Может, она и действует, конечно, но не в той степени, в которой хотелось. Месяц пролежал, и все равно клеща в семьях очень много. По поводу обработок, обрабатывал я летом, среди лета обрабатывал, также в августе обрабатывал, обрабатывал дымпушкой, составом бисонар, ну, праж собственного изготовления. Вот, выходит, этого мало, и вопрос, конечно, остается у меня. Семьи некоторые нормально, а в некоторых, видите, клеща очень и очень много. И еще один для себя я делаю вывод. Проверять на заклещенность надо не 5-10 семей на моей пасеке, а, допустим, процентов 20 надо минимум проверять. А лучше и проверять, и одновременно обрабатывать. Обрабатывать, обрабатывать и еще раз обрабатывать. На этом все. Всем пока, всем удачи и до новых встреч.